И снова здравствуйте. Это уже будет сейчас второй обзор косметики Green Mama, непосредственно заказ самого сайта Green Mama, именно тех продуктов, которые снимаются с производства. Я не знаю, сейчас они еще есть в продаже на сайте или нет. Это вот такой, ну как обычно, все это в пакетиках пришло. Делаю доставку на базу выдачи Озон в Углича, которая сейчас появилась, вот, ну может быть с лета или с мая, как-то так. И доставка сама мне обошлась где-то в 218 рублей. Вообще сам заказ мне обошелся в 781 рубль. Там у меня была какая-то небольшая скидка 15% с карты клиента, которая теперь действует вместо всевозможных акций на Green Mama. Конечно, это намного меньше, чем те эти бонусы за красоту и прочее, но все-таки пустячок, да приятно. Это очень классный крем, он мне очень-очень всегда нравился, когда я начала пользоваться косметикой Green Mama. Это серия Дениса Зарнин, крем для рук с экстрактами шелка и кашемира, 125 мл. Во-первых, хватает его намного, очень надолго. Срок у нас, кстати, его какой? До мая 2018 года. Ну и да, он крем для рук и ногтей. И сейчас я, он, скорее всего, запакован, зафольгован. И я пока его не буду вскрывать. Он стоит 97 рублей, мне кажется, это недорого для такого флакончика. И он довольно хороший, он мне очень нравится, он быстро впитывался, никакой липкости не оставлял. И я его помню, когда заказывала, когда вот только начала заниматься Green Mama, я его заказывала впрок по 5-6 штук, дарила друзьям, родным, оставляла себе, пользовалась с удовольствием, очень-очень классный. И жалко, что он снимается. После вскрытия он живет 6 месяцев, ну, в принципе, если с ним ничего не случилось и хранить правильно, не держать его у какой-нибудь батареи, или не надо, кстати, сувать совершенно в холодильник, то он может прожить и подольше. В общем, такой крем. И еще я заказала, хотела вообще 3, но меня, откровенно говоря, задушила жаба, потому что я что-то приехала с Белоруссии, вроде как особо не потратилась там. Ну, в смысле, финансово у меня вся Белоруссия вышла вместе с путевкой, едой и сувенирами, и брюками, и так далее, включая дороги, где-то 16 тысяч. А тут я что-то думаю, блин, 2000 туда, 2000 сюда. Раньше-то я как-то тратила, мне как-то жаба даже не душила, а тут что-то засомневалась. И я заказала себе, в общем, ну как себе и, наверное, тете. Сейчас я достану из пакета. Это два одинаковых геля, которые тоже снимаются, к сожалению, но они мне очень-очень нравятся, и они очень хорошо идут летом. Пакет нормально мне, наверное, не развязать, поэтому я его просто разорвала. В общем, это Green Mama освежающий гель для душа, эвкалипт и мята. И, кстати, его можно использовать как гель для душа или как пену для ванн. 2-3 колпачка. Ну, конечно, как пена для ванн, это очень-очень жару, потому что он действительно очень охлаждает кожу. Зимой я как-то им попользовалась, не как пеной для ванна, просто как гель для душа, и мне слегка замерзло. Это у нас мята и эвкалипт, 250 мл. Он сейчас стоит, ну, пока я его покупала, он еще там был, 297 рублей. Мне кажется, что это все-таки дорого, потому что получается больше рубль с лишним за 1 мл, да, это практически как пуэр или кудин вы покупаете на вес. Он очень классный, летом он самое то, но очень освежает, очень хороший. Мне нравится моей тете, нравится мне, надо совсем чуть-чуть, и он дает хорошую пену. И он пахнет такими мятными леденчиками, очень вкусный, очень классный. Ну и после вскрытия живет тут 4 месяца. Срок годности у него до марта 2018 года. Сейчас я второй тоже достану. Вообще, когда у меня тетя тут ночевала, то она пользовалась вместе со мной. В основном, по-моему, ушел он быстрее благодаря ей. Ну, мне, в принципе, не жалко, я знаю, что это ее любимая, я ее периодически его раньше дарила. В общем, вот такие вот два геля. Если увидите его в каких-либо магазинах, то я советую вам приобрести, потому что его снимают и, видимо, больше никогда не будут производить. По мне, так лучше бы они продавали свои патенты на такие вот продукты, которые сами не хотят производить каким-то другим фирмам, потому что вот подобных каких-то вещей очень мало найти можно. Ну, и они мне очень нравятся, они очень классные, все эти продукты. Ну, и как обычно, как говорится, мы с подругой говорили с Юлькой, что все хорошие продукты почему-то всегда снимаются раньше, чем всякая г. Ну, в Green Mama, допустим, я не знаю, там, мне кажется, все продукты хорошие, просто какими-то я не пользовалась в силу того, что, допустим, там есть какие-то кремы для тех, кому за, или, допустим, и ваша кожа выглядит слегка старше, чем нужно, или еще что-то, или, допустим, есть средства для лечения целлюлита, я им не страдаю, наверное, к моему счастью, и поэтому я их не пробовала. Ну, или, допустим, что-то там для сухих волос или нормальных, ну вот какие-то такие продукты, которые просто мне не подходят по типу кожи или волос.
Но они все очень классные и всем, в принципе, нравятся. Так что, если что, то я очень советую Green Mama. И если вы досмотрели это видео до конца, и вам это было интересно, полезно и тому подобное, то я рада, я не зря говорила на камеру и тратила свое время. И, в общем, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Конечно, лучше все-таки лайки. И подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. И до новых встреч. Пока.